Всем доброго времени суток. Дикая лиса Маркиза. Дневник прижучания. Кот что-то не хочет к тебе заходить. Привередина. Носится, как совраска. Хулиганка. Хулиганка. Хулиганка моя. Чего ему совесть? Куда сразу? Сразу куда-то упорола. Маленько. Нахуй, маленько. Давай. Давай на место свое. Да? А что там? Она не хочет, чтобы ее трогали. Маркиза. Это она не хочет скорлупы. Скорлупы она не хочет. Ну ладно, давай. Не с такой же скоростью. Маленько же тебя погладить надо. По шейке.
Давай вылизывай хорошенько. Вышивает свою гнойсь. Успевай, пока куры несутся. Скоро зима. Магазинские яйца-то не ешь. Ну? Ну ладно, молодец. Давай булочку еще поедим. Может, булочку есть? А? Чего не так? Маркиз. Булочку не хочешь есть? А? Хулиганка. Короче, булочку она не хочет есть. Ладно, потом съешь. Короче, все на сегодня. Котяшка там замурлыкала. Ага. Ну. А, мур-мур. Ну, думаю, этому что-нибудь оставит. Маркиза решила булочку. Все-таки. Булочку куда-нибудь это самое спрятать. Все на сегодня.